решили, девочки и мальчики. Мы вас поздравляем с открытием третьей лагерной смены. Вот уже наступила середина лета. Многие наши граждане вовсю отдыхают, а некоторые даже уже успели отдохнуть и вернулись отдохнувшие. А некоторые даже успели вернуться уставшими от активного отдыха. Да, такое тоже бывает. При этом важно выбрать, куда ты едешь отдыхать. Правда, Олег? Правда. Вот я в прошлом году ездил на юг. Было холодно, пасмурно и жутко слякотно. А вот позапрошлом я ездил на север. Было солнечно, ясно, тепло, благодать. А как? Просто это был север Краснодарского края и юг Камчатки. Тогда понятно. Так что, девочки и мальчики, очень важно выбрать направление. А в этом на нашей смене вам помогут ваши вожатые воспитатели. Поэтому слушайтесь их во всем. Они вам плохого не посоветуют. Ну а теперь для поддержания летнего настроения песня. Словно летчик, подбитый падаю в море. Днем и ночью таю от горя. А ты... Thank you.